Я могу билетку вам дать. Взмах жезла и в расписании этого автобуса вынужденный перерыв. Правда, в этот раз причина уважительная. Сегодня сотрудники автоинспекции проверяют техническое состояние пассажирских транспортных средств. Специалистам достаточно одного взгляда, чтобы понять, этот автобус ездит с нарушениями. Сразу снимите. Глубина протектора новой шины 20 мм. Эта резина почти лысая. Водителю остается разводить руками, мол, что дали, на том и езжу. Следующее нарушение эксперты обнаружили уже в салоне. Звука нет, а значит пассажиры на задней площадке не смогут подать сигнал водителю. Казалось бы, мелочь, но эти кнопки – важная часть аварийной системы автобуса. Ее инспекторы проверяют одной из первых. Да, смотрим на состояние колес и шин транспортного средства, состояние аварийных выходов, состояние световых, внешних световых приборов и комплектацию по аптечке, огнетушителю, знаку аварийной остановки проверяем. Автобусы проверяются ли утром перед выходом в рейс или днем на конечных остановках. На каждое нарушение выписываются штрафы как на водителя, так и на представителя владельца. И по словам инспекторов, чаще всего неисправности выявляются у частных перевозчиков. Только с начала этого года они нарушили правила эксплуатации более 100 раз. Как говорят инспекторы, нарушение правил эксплуатации – это еще не самое страшное. Были случаи, когда в рейс отправлялись нетрезвые водители, и это несмотря на печать медика в путевом листе. А бывало, что автобус вместе с пассажирами проезжал на красный свет. Но, к счастью, такие грубые нарушения еще не приводили к серьезным последствиям. Основными причинами ДТП именно с участием пассажирского транспорта можно назвать несоблюдение правил дорожного движения, неправильная посадка-высадка пассажиров именно из салона, когда совершается наезд или падение пассажиров в автобусе. Данное дорожно-транспортное происшествие чаще всего происходит по вине или непредосмотрительности водителей. Статистика гласит, в этом году в Вологде пассажирские автобусы попадали в аварии 6 раз. В результате пострадали 8 человек. В среднем каждые 2 недели одно ДТП. Вологжан хоть и пугает такие цифры, но по сути выхода нет. Либо на таких автобусах, либо просто пешком. Если мне не на чем доехать до реабилитационного центра, я, естественно, сяду вот это в пазик и поеду. Подвергая жизни, там и инвалиды едут. Этот водитель сегодня отделался предупреждением. Серьезных неисправностей в его автобусе инспектор не нашли. А другим советуют как можно быстрее их исправить. Такие рейды будут проходить и дальше. Работы у инспекторов хоть отбавляй. На учете городской инспекции сегодня состоят более 1000 автобусов. Александр Громов, Игорь Трифонов, новости Вологды.